в сказке было, это у рыцаря были белые волосы, или он на белом коне ездил? Не шали! Если бы не пираты со Скеллиги, я бы уже давно плыла обратно в Понт-Ванис. Слава королю Родовиду! Проходи! Я тебя знаю. Это ты убил короля Фольтеста. Ты что о себе возомнил? Эй, ты! Грамота есть. Бумаги без надобности. Мы сами из Новиграда. Коренные жители. Во что нам с любой суждено спитаться? Пришел. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм. Господа рыцари! Я боюсь. Нам помощь не нужна. Довольно мы натерпелись от грабежей и насилия. Не бойтесь, ибо мы прольем кровь нечестивых, дабы принести вам освобождение. Лихо весной не спит. Что это у тебя с рожей? Геральт из Ривии. Ха, садись, ведьмак. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмерин, я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого Сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мельтон де Пирак Пиран и Пальмерин де Ланфаль. Рад видеть вас. Через столько лет. Уверяю, радость твоя взаимна. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы оповестили старосту, что возьмем деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастий, из которых наибольшее – это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань, и мы с Мельтоном намерены оказать им прием. Мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается, но будь добр. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойниками. Нет смысла бить бандитов. Вы их убьете, и их место тут же займут другие. Возможно, еще хуже. Не годится проходить равнодушно мимо зла. Вы же не останетесь здесь навсегда, и защищать крестьян от каждой новой опасности не станете. Если местные хотят, чтобы вы оставили бандитов в покое, у них, наверное, есть свои причины.
Ты хочешь сказать, что раз оказав им помощь, мы взяли бы на себя ответственность за их судьбу? Такого бремени мы принять не сможем. Геральт прав. Мы не знаем ни этого края, ни местных людей, ни их обычаев. Кроме того, на нас возложена важнейшая миссия. Скорее бы вернуться в Тусент. Там все гораздо проще. Вернемся. И очень скоро. Но сперва представим Геральту наше послание согласно обычаю. Крестьяне справятся. Они имеют дело с бандитами уже многие годы. Сомнительное утешение, когда речь идет о принципах. Ну, говорите, что вас привело. Мы должны передать тебе все послание от ее сиятельства княгини. Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте — это святое. Ясно. Благодетельный Геральт, усмиритель всяческой нечисти и чудовищ, кои на погибель безоружным по свету рыщут. Никогда еще не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, а вдовам и сиротам спасения не дал. Прибудь же на наше воззвание. Спаси нас от бестии, кое кровь проливает на улицах, равно страх сея в сердцах состоятельных и убогих. Молит тебя о помощи многомилостивая покровительница несчастного города, ее сиятельство княгиня Анна Генриет. Ответишь ли ты на зов? Анна Генриетта правда именно так и сказала? Вообще-то она сказала привести мне ведьмака и быстро, одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил княжеский церемонимейстер. Ну, сам знаешь. Да, я помню. От себя добавлю, что ты можешь ожидать щедрой оплаты, но вознаграждение уже сам разговаривай с ее сиятельством. Еще никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой месте. Речь идет о чудовище, так? Со всей уверенностью, хоть никто и никогда его как следует не видел. Находили только тела людей, умерщвленных страшным оборотом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестию. Но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. А сколько чудовище убило человек? Двоих. Едва ее сиятельство узнало о второй жертве, она отправила нас за тобой с обещанием наградить тебя землей и состоянием в золоте. Если ты согласишься прибыть. Плохо дело, Геральт. Бестия неуловима. Говорят, она владеет черной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Облизится большой турнир. А откуда мысль, что бестия владеет черной магией? Первая жертва пропала из-за стола, накрытого к вечеру. Сотрапезники были заняты беседой, и только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно. Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп. С другим убитым была похожая история. Он сидел, заперевшись в комнате. По дому сновали слуги. Имение охраняла стража, но бестия выволокла его как-то на городской рынок и там убила. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Мы не боимся таких созданий, от которых защищают меч и панцирь. О бестии же ничего не известно, кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой причины. На эту бестию уже охотились? Странствующие рыцари, например. Пробовали подманить чудовище, но ничего хорошего из этого не вышло. Бестия ловкая, умная. Избегает засад, нападает внезапно. Она как призрак. Нам нужен опытный следопыт и знаток чудовищ. Одним словом, ты. Вы упоминали о турнире.
Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет цвет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Бестия может представлять угрозу не только для подданных ее светлости. А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент? А вот вспоминаю я все заказы, которые получил от коронованных особ, и что-то не припомню, что после них у меня была хорошая жизнь. Надеюсь, ты не собираешься отказаться? Нет, просто воспоминания нахлынули. Княгиня, как я помню, довольно требовательна. То есть ты принимаешь заказ? Великолепно. Нужно отправляться как можно скорее. Мы долго разыскивали тебя по большакам, а время не ждет. Я готов отправляться. А, значит, в Тусент. В Тусент. Тусент. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Боклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцари, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том, клянусь я цаплей. За мою госпожу! Я поклялся, что убью чудовище! Один за всех и все за одного! Цена великана в одиночку не слишком рассудительна. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гелиом, какой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам.
Странно. Великаны обычно избегают населенных мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть он спустился с гор? Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гильем сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей. Почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусенте мы сражаемся в основном с разбойниками. Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великанов. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает, она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гильома. И я сопровожу вас к княгине.
Отважный парень этот Гильон. Эмерин позаботился о его воспитании. Это его родич. Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. Теперь помедленнее. Не торопись. Нет никого. Должно быть, уже забрали тело. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? Я вас всех перебью! У нас гости, берегись! Их сюда запах крови привлек. Ищем дальше. От одежды остались окровавленные клочки, но качество сукна отменное. Значит, жертва была человеком состоятельным, да? Похоже на то. Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. Да, смрад ужасный. Видишь, след от лодки и отпечатки ног. Гвардейцы отплыли отсюда, причем недавно. Гвардейцы вытащили из воды несколько сетей и разрезали их. Крови очень много, возможно, труп был расчленен. Похоже, гвардейцы погрузили останки тела на лодку и уплыли. Так, я нырну, осмотрю остальные сети. Монограмма ДЛК. Скорее всего, принадлежал дворянину. Надо бы понять, куда забрали тело. Что теперь? Понятно, что это не место преступления. Тело плыло по течению реки, запуталось в сетях, а гвардейцы выловили его, погрузили на лодку и куда-то забрали. Осмотреть бы его, прежде чем начнет разлагаться. Хозяева постоялого двора наверняка смотрели за стражниками и знают, куда направилась лодка. Спросим их.
Сдается мне, у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день, когда из сети вынули из Кромсона останки. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Делакруа? Нет. Он стал жертвой бестии. Возможно. Ты хорошо его знал? Давным-давно мы были друзьями. Но наши пути разошлись. Это был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. И много у него было врагов? Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, к которым я не хотел бы возвращаться. Тогда вернемся к этому позже. Пойдем на постоялый двор. Вскоре я тебя Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся в Тусент. Рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. Когда смотришь дело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анриеттой. Анриеттой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее по имени. Но только не при Пальмирине. Он обижается на такую фамильярность. Сюда заглядывают купцы, сборщики податей и сплавщики. Нигде в Тусенте не найдешь лучшие похлебки из раков. Как же у меня руки трясутся. А что, у нас своих смельчаков не хватает? Хватает, но против бестии одной смелости мало. Бестия – нечистая сила, против нее ведьмак нужен или чародей. Хорошо, что досточтимая княгиня призвала такого мастера. Доброго здоровьечка! Привет! Будьте здоровы! Хорошо, что досточтимая княгиня призвала такого мастера. Будьте здоровы. Клянусь честью, неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин де Пейрак Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще, но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Встал я чуть свет, как обычно. Смотрю, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли? Человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев досточтимой княгини, дабы выследить и убить бестию. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин де Пейрак Пейран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином де Пейрак Пейран. Довольно меня подначивать.
Геральт мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестии. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно. Гляжу, небо красное. Спрашивай, Геральт. Не то мы тут до зимы останемся. Было раннее утро, ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу... Клянусь честью, к делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях нараков. Потом-то что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Что-нибудь особенное, что привлекло твое внимание? Никого не было. Только я. А особенного... Что ты увидел? Если я еще раз услышу, что небо было красное... Голова прямо на воде была. Глаза вытаращены такие, язык синий наружу. А рядом в воде плавала рука. Ты хорошо рассмотрел останки? Я так перепугался, что побежал, что есть силы, в город. Вернулся с гвардейцами. Они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. Сети мне порезали. До того там все запуталось. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корво-Бьянко, чтобы держать на холоде. Что? Корво-Бьянко — это вотчина барона Россина. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачика. Погоди, Геральт. А то меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы, в конце концов, захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Ростель сидит теперь на содержании у брата, в Виковара. А я ведь говорил Ростелю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние доблести? Кредиторы, в конце концов, сообразили, что обещания ничего не стоят. Такие времена. Современные рыцари — лишь бледные тени прежних героев. Правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Значит, говорят, бестия — это кара богов? Рыцари отступают от давних обычаев. Прежде они были защитниками княжества, теперь они превратились в крохоборов. Как дам тебе сейчас? Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит в достоинство грешников. Мы свернули с пути добродетели, утратили милость богов, и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней, Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать, этих вещунов последнее время высыпало, как у больного Чириев. И все твердят то же самое. Благодарю за гостеприимство, мне пора. Пойду осмотрю тело. Корво-Бьянко недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги, наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда, тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то? Еще до отъезда в Велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения, уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мильтон. Я бы предпочел суп. Удался этот паштет.
Какие планы далее? Вино в бокале и ночь на сеновале? Приезжают тут всякие, вот, лишь бы глотку свою ханскую залить и поскандалить. Не пойду. Ну, я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку. Но у нас, как назло, раки кончились. Так замени их рыбой какой-нибудь. Хоть бы и окунями. Заменить раков рыбой? Помилуйте. А дальше что? Уксус вместо вина? Петрушка вместо тимьяна? Вы, северяне, хороший народ, только в еде ни шиша не смыслите. Не слыхал ничего интересного? О чем рыбаки говорят? Об одном нордлинге, который раков от окуней не отличает. Давай-ка по делу. Да еще и в чужие дела лезет. Я разговоры клиентов не подслушиваю. И уж точно того, что слышу, повторять не стану. Покажи свои товары. Раз рыбацкой похлебки мне поесть не судьба, давай хоть в гвинт сыграем. Какие планы далее? Вино в бокале и ночь на сеновале? Thank you.
все карты для Гвинта знаю, но нет, это уникальное. На другой стороне подпись. Граф Монье. Приглашение на турнир. Интересно. Я бы выпил бутылочку, чем лег бы в могилочку. Вино в бокале и ночь на сеновале.